Дорогие мои любимые читатели, мои самые любимые газеты «Комсомольская правда», поздравляю вас всех с Новым годом! Это год собаки, а в год собаки не может быть ничего плохого. Все будет обязательно хорошо. И я от всей души желаю вам здоровья, счастья, любви и денег побольше. С Новым вас 2018 годом!